кармане март, апрель там холода. Над моей головой небо, утреннее солнце. Оседают хлопья снега на дорогу медленно. Да, я так решил, хоть и город был мне мил. Уходят на рассвете солнце в путь поезда. Тяжелая дорога с пересадками рельс. Мама, я прошу тебя, ну давай без слез за меня. Не волнуйся, ты откинь эти сомнения. Как приеду я туда, сразу позвоню. Как погода, как дела, все в деталях расскажу. И естественно, конечно, всем привет передаю. Но пока что я здесь, я всех сильно вас люблю. Ну вот и мне пора, уже время на исходе. Давайте на дорожку посидим в тишине. Последние секунды, пора состав. До скорого, скоро увидимся мы снова. Вдаль уходят поезда с первыми лучами солнца. Путь лежит в сторону востока, где уже почти весна. И эту весточку я вам передаю, что сильно всех вас я люблю. Вдаль уходят поезда с первыми лучами солнца. Путь лежит в сторону востока, где уже почти весна. И эту весточку я вам передаю, что сильно всех вас я люблю. Рассвет, город только просыпается, а у вас время уже к обеду приближается. Порой бывает сложно, но и не во мне вина, что не получается с вами созвониться. Время разнится, часовые пояса. Но когда мы на связи, первые фразы как дела. У меня все круто, лучше как и никогда. Даже если это неправда, но лучше будет так. Это не обман, просто сущность приукрасил. Порой жизнь не фонтан, чтобы вас не огорчать. Ну а в целом все нормально, все так же, как обычно. Дом, дела, работа, как у большинства народа. А чё всё обо мне-то? Ну как у вас-то там, а всё окей, всё нормально. Ну вот и замечательно, ну ладно, мне пора. Всем привет там от меня. До скорого, скоро увидимся мы снова. Вдаль уходят поезда с первыми лучами солнца. Путь лежит в сторону востока, где уже почти весна. И эту весточку я вам передаю, что сильно всех вас я люблю. Вдаль уходят поезда с первыми лучами солнца. Путь лежит в сторону востока, где уже почти весна. И эту весточку я вам передаю, что сильно всех вас я люблю.